Звенигородский музей русского десерта вошел в десятку лучших мест для отдыха с детьми в Подмосковье. Более 5 лет в старинном купеческом доме можно отведать десерты, которые пользовались популярностью еще несколько столетий назад. Здесь можно приготовить и отведать овсяный кисель, 20-блинный растягай или раскатать тесто для курника, а также послушать увлекательные истории о традициях крестьянского чаепития.